Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятушки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем трек «Не верила». Ребятки, сегодня мы будем оценивать режиссера, видеооператора. Мам, I'm talented. Давайте будем смотреть. Оценить его клип. Вот, ребятки, остановлю. Посмотрите, вот уже интересно, да? Красивый дом коттеджный, да? И название. И как это красиво. Как будто начинается художественный фильм. Да? Слушаем. Ребятки, очень интересная съемка. Облака голубые, красивые. Летит самолет, ребятки. Как это красиво. Да, небо синее, да, голубое небо, ребятки. И поселок коттеджный. Ребятки отдыхают с мячом. Спортивная площадка, ребятки, со всех ракурсов. Понимаете? Он все, все охватил, ребятки, да? Смотрим дальше. Ребят, посмотрите, эффект распустившегося цветочка, понимаете? Как красиво, ребятки, как необычно. Ребята отдыхают, все красиво. Ребятки, все гармонично, все цвета подходят, ребятки, все, понимаете? Очень интересно, очень. Мальчики симпатичные, аккуратненькие, поют хорошо. Смотрите, какие хорошенькие. Ребятки, я не знаю, как называется вот эта машина. Не знаю. Даже вот она подходит по антуражу, ребятки. Понимаете, вот какая трава цветом, и это все такого же цвета. Майка такого же цвета, ребятки. Понимаете, все подходит, все гармонично, ребятки. И поселок, даже дома такого цвета, ребятки. Видите, показывает, что... Отдых, ну, на, отдых на, да. На озере, наверное, да? Да, отдых на озере, да. Гоняют на катере. Это же интересно, ребятки. Интересный клип, вообще интересный. Будем вместе, ведь у нас любовь. Я знаю, мы будем вместе, ведь он похуй на все. Эти грубую хотят усесть с нами, но с нами нельзя. Даже, ребятки, саксофон. Понимаете, он тоже ведь, ребятки, это интересно. Очень много разного реквизита. Молодец, очень интересно, ребятки. Полина, ты бишь, я знаю, твоя бэби хочется на ты. У меня есть оно, Полина, Киев, мы что-то базарили, но разошлись тебе фриками, а не разошлись, а долго копился за хейтера в баночке. Потом заебал, и я вылил на кисть. Я вылил на кисть, бишь, сломай кисть, оно дало бишь, по мясу, помоги. Убиваем биты за все, наша лайва это Марси. Я хочу себе не Марси, еще хочу адемазы. Ты могла восстать, но я был не прав, нет. Это мне титан, да, я новый звезда. Не верила мама, не верила моя семья. Не верила мама. Красивые цепи, на руках цепи красивые. Вот все, все обдумано, все продумано, ребятки, да? Катер и раз... Машина красивая, черная. Понимаете? Все красиво снято. Интересно, что съемки с разных ракурсов. Да. И сверху, и сбоку, и снизу. Талантливый очень, талантливый. Но я верю в себя. Слушайте слово Саверхаус на всех площадках. You know what I'm saying? Yeah. Ребят, что могу сказать? Мне очень понравилась работа режиссера. Ребятки, вот что я скажу о клипе. Музыкальное сопровождение. Ну, прекрасное. Мальчики хорошо пили, хорошо исполняли свой трек, двигались, все у них было хорошо, настроение прекрасное.
создали хорошую, приятную атмосферу. Так, следующее. Постановку массовых сцен. Ну, режиссер хорошо их организовал. Они все дружно делали. Все интересно, весело, легко. По цветовой гамме. Ну, чудесно все, ребятки. Все выполнено на высоте, ребятки. Дома, коттедж, трава, одежда ребят. Все подходит. Так, ребятки, реквизиты клипа. Ну все, все есть. И самолет, и газонокосилка, и дома красивые, коттеджи, и спортивная... Площадка. Спортивная площадка. Катер. Все продумано. Катер, машина, самолет, ребятки. Все продумал. Ребятки, у режиссера интересный взгляд и авторский стиль. Технические нюансы. Все на высоте. Режиссер все продумал. Все продумал. Съемки и сбоку, и с другого бока. Ну, справа, слева, с разных ракурсов. И сверху, и снизу. Все продумал. Ребятки, клип мне очень понравился. Динамичный, драйвовый, классный, стильный. Все продумано. Молодец, Тимофей. Очень у тебя все получилось. Умничка. Продолжай в таком же духе. Пока, друзья.